Да вы серьезно? Нет, вы что, прикалываетесь? Всем здорово, ребят, это овер дофига какая уже, я не знаю, проба, что просто вот этим новым кубиком сделать просто огненный стол, но я не знаю, давайте я вам вообще расскажу суть этого кубика. Смотрите, этот кубик наносит 7%, если вы соединяете их, которые загораются. 4 точки кубика не соединяются и загораются. Сейчас по сути вам объясню. Power up, повреждение 150%. Скорость атаки 1 секунда. В принципе, это немного, это очень, даже мало, наверное, я не знаю, потому что я привык с другой колодой играть, какой я вам тоже покажу уже в следующих видосах, с которой я дохожу в одиночку практически до сотки. А суть не об этом идет. У нас новый кубик вот такой идет и вот такой. Power up, кто не знал, это когда вы улучшаете кубик. У меня, в принципе, все кубы выбиты. Так, а луна у нас вот. Вот наша луна. Она очень скоростная, очень имбовая и очень мне нравится. Это, в принципе, неплохая, но нужно идти прямо с другом, мне кажется, играть, чтобы ему тиммейтить, да. И мы с вами покупаем. В ПВЕ, чтобы, ребят, играть, нужно тиммейтить, либо нужно, чтобы у вас колода какая-то была. То есть мне сейчас нужно, чтобы тиммейт замораживал, останавливал максимально и, не знаю, убивал. Хотя бы, чтобы убивал. Я хочу вам собрать, показать, как она действует. Просто реально кучу попыток было, но, в принципе... Колода неплохая, да, возможно, он, кстати, будет вывозить, давайте ему лайкнем. Смотрите, нам нужно сюда звезду, сюда, сюда и сюда. Если они совпадутся, они выстрелят, и потом опять они переместятся уже на другое место, и там тоже нужно будет собрать. Но суть в чем, нужно нам заполонить максимально стол. Пока мы собирать ничего не будем делать. Можете написать в комментариях, почему и я сейчас не собираю, ничего не делаю. Если вы обратите внимание вот на эти кубы, то я думаю, вы поймете, почему я не соединяю. Не то, что вот эти кубы, а вообще, почему кубы я не соединяю на данном этапе. А заполняю чисто стол. Так, но это мы тоже пока оставим, окей. Даю вам, смотрите, подсказку. Даже не даю подсказку, говорю как есть. Вот эти звезды, да, вот эти, они, ребят, не стреляют. Мне невыгодно сейчас соединять кубы, потому что наношу на данный момент дамейдж только всеми кубами, кроме вот этих новых. Они дамейдж, к сожалению, не наносят, пока не соберем вот здесь их. Это будет один только выстрел. Так, окей, давай посмотрим, что есть. Давай вот эту сюда закинем. Хорошо, у нас уже собирается. Двоечка, окей, пока нет. Закинем тогда вот это вот сюда. Это уже не очень. Так, и, соответственно, мы, наверное, сделаем вот так. Еще один заспамим. Давай вот это соединим, посмотрим, что выпадет. Тоже ничего особо хорошего. Так, тройняха, это плохо. На самом деле у меня даже до 6 и до 7 собиралось, но собиралось не звезд. И это очень печально, ребят, на самом деле, это очень печально. Так, окей, что нам можно сделать? Нам можно кинуть сюда, если что, вот это скопируем, но нам нужно здесь находить звезды. Так, окей, можно накинуть вот сюда одну. Эту давай садим, у меня, кстати, гремит, у вас тоже гремит, не гремит, гроза, походу, грозы постоянно, ребят, я не знаю, что такое. Что это за лето такое? Так, окей, давай сюда накидываем, почему бы нет. Так, и тройняшку накинем сюда тогда. Окей, собираем здесь звезду в 4 уже. Но нам таковая тут и не нужна. Нам нужно... Это мы копернем, понятное дело. Нам нужно сюда звезду и вот сюда. Так, ну окей, давай сделаем так. И многие не доходят реально даже до 10 уровня. Пусть у него 10 левел или еще какой-то, я не понимаю. Ну вы такие просто вообще. Как вы собираетесь доходить до 30 уровня, либо там еще дальше? Мне кажется, что идти в ПВЕ, ну, нужно минимум как-то... Блин, ну, до пятнашки точно доходить просто даже точками. Я понимаю, что у меня максимально прокачан, но вы тоже как бы думаете. У него, смотрите, раз, два, три... Так, 5 точек тайфуна, но это мало, крайне мало, серьезно. У него уже 6 минимум должно быть. Так, хорошо, у нас одна звезда есть. Так, нам нужно куда-то вот эту выместить. Не знаю, куда ее кинем. Так, двойнушка только там. Давай вот так вот сделаем.
Опять она у нас здесь же спамится. Кстати, бывает такое в рандом дайсе, я не знаю почему. Что такое происходит, но окей, нам тоже это неплохо. Так, вот это не есть хорошо, потому что... Да вы чё, серьезно, вы фейлите меня? Окей, ладно, мы двойнушек. Да ну, серьезно. Так, это мы копируем, вставляем. Так, окей, это мы тоже тогда давай. Давай вот так как-нибудь. Да вы серьезно? Нет, вы чё, прикалываетесь? Так, четверную пока оставляем, окей. Давай на эту накинем, на эту, почему бы и нет, пусть у нас там растет. У нас эти денег куча, это хорошо, это респект парню. Так, давай посмотрим, что выпадет. Все, отлично, неужели мы собрали с парнем стол? Это просто отлично, грейдибл просто. Все, мы теперь будем стреляться. Вот так вот ребята не работают. А на самом деле, даже дальше я как-то соберу или не соберу, я не знаю, вряд ли бот, но очень красиво, мне нравится анимация. Это первый раз, наверное, ну, раз я около 30, либо 30 точно пробовал. Вот, и это реально, это первый раз так. 7% наносит, у нас есть пятерная. Что-то другое собирать очень опасно, на самом деле, я не знаю. Посмотрим, до какого уровня мы дойдем и как мы будем, в принципе, свои кубы мочить. Они, видите, в принципе, стреляют по моему полю, по всему. Ну, я как понимаю, каждая точка, это одна и есть вот эта точка, соответственно, это выстреливает пятерку, и все остальные по единице. Вот, а до 30-го мы дойдем, там у нас дальше перевернется стол, и мы там уже не знаю, что будем делать, но окей. Сейчас попробую я потихоньку собирать, но это будет очень опасно. Давай хотя бы 20-ку мы пройдем, блин, классно парню, реально, спасибо респектуля, то, что у нас там придержал, как я понимаю. Ну и нам, в принципе, подвезло. Вот это самая такая колода, с которой более-менее реально можно собрать ее. Если идти с кубиком роста, как правило, просто может вырасти до, не знаю, обычного даже хамелеона. И все, там джокер может у вас вырасти, у меня вырастал. Ну, звезды как бы не вырастали. Если бы, конечно, собрать себе вот эти бы звезды, вообще было бы имба, мне кажется. Просто бы летело бы звездное небо. Ну, красиво, красиво, очень красиво и очень мне нравится. И отлично то, что мы задачу уже выполнили с вами. Только прям быстро как-то мы ее выполнили. В принципе, наносит неплохо. Да, неплохо наносит. Эти какие-то кубы, они 100%, я как понимаю, убиваю. И сплэш урон у них, походу. Так, окей. Так, пробуем, ждем, пока у нас здесь не соберется. Так, у нас один, вот, все, началось. Как говорится, в холхозе утро. Так, они почему-то бывают периодически менять, я не знаю почему. Чем это связано? Так, ну босс у нас... В принципе, с этой колодой, походу, очень далеко вы не уйдете. Так, окей, пока стреляем. Можно стрелять, стреляем. В принципе, достаточно быстро она как раз все обходит. Какие, видите, кубы задевают, столько звезд и выпускает. Это все, в принципе, понятно и логично. Я думаю, вы сами видите. Так, все у нас встало опять. Давай так попробуем. Это вот так. Это накинем на эту. Это сделаем вот так вот. И мы сейчас, нет, не выбили. Окей, значит, будем пробовать другие какие-то. Давай, не знаю, вот этот попробуем. А, так, вот это давай сюда накинем. Это мы скопируем. Вот так сделаем. И все, видите, как у меня она, да, 22 волна. Окей, неплохо. В принципе, неплохо. Может быть, дальше бы просидели, если бы я не трогал. Вот, но суть анимации вы поняли, суть кубика вы поняли. И как бы сильно далеко, я думаю, с ним нереально дойти там до 100 уровня. Думаю, нет. Это не про это. Все, ребят, я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк, спасибо, кто смотрит, пишет комментарии. Пишите в комментариях, как вы проводите лето, потому что уже лето скоро закончится. Еще буквально остался, можно сказать, у нас месяц лета. И все. Пишите реально в комментариях. Всем пока, всем удачи. И с вами был Тим.